В Латвии стартовали военные учения с участием порядка 2500 солдат НАТО. Целью маневров «Хрустальная стрела-2020» является сертификация боевой группы расширенного присутствия Альянса в этой Прибалтийской республике. Напомним, полгода назад в Латвию прибыла американская бронетехника, в том числе танки «Абрамс» и боевые машины «Брэдли», согласно официальной формулировке, для укрепления безопасности страны.